Приемная комиссия Югостинского государственного университета приступит с 1 июля к приему заявлений от абитуриентов. Сейчас проходит подготовительная работа. Прием заявлений от желающих обучаться тем или иным специальностям будет проводиться в здании общежития. В соответствии с решениями ученого совета университет объявил прием на 23-24 учебный год. Прием объявлен на 12 специальностей дневного отделения, на 7 специальностей заочного отделения на бюджетной основе и на 16 специальностей заочного отделения на коммерческой основе. Кроме того, как отметил ответственный секретарь, наряду с основными факультетами, действующими в прошлом году, открыт набор на специальность международной журналистики. Югостинский государственный университет также установил льготы для определенных категорий абитуриентов. Окончившие школу на золотые и серебряные медали и на отлично, сдают только первый экзамен. При получении оценки 5 они освобождаются от сдачи остальных экзаменов, а при получении оценки 4 или 3 сдают и остальные экзамены. Вне конкурса в счет плана приема без вступительных испытаний зачисляются призеры республиканских олимпиад текущего года по профильному предмету. И третий вид льгот касается тех, кому присвоено звание мастер спорта или кандидат в мастера спорта, и человек поступает на специальность физическая культура. Вот они тоже освобождаются от нормативов, которые сдаются до вступительных экзаменов. К заявлению о приеме в университет поступающие прилагают еще несколько обязательных документов. Прием осуществляется с 10 до 17.00 ежедневно, кроме воскресенья. Для поступления в университет будет осуществляться с 1 июля по 15 июля текущего года. На заочное отделение на коммерческой основе заявления будут приниматься до 20 июля. Заявления будут приниматься в общежитии здесь, вот на первом этаже здания общежития университета на Привокзальной площади, адрес Путина 1. Вот. Значит, какие документы нужны для поступления в университет? Для поступления в университет нам нужно к заявлению о приеме приложить аттестат о среднем образовании, подлинник, 6 фотокарточек размером 3×4, медицинскую справку о здоровье, предъявить паспорт и предъявить документ об отношении к воинской обязанности. По словам ответственного секретаря, наиболее востребованы факультеты – юриспруденция, экономический, фармация, строительный. По опыту прошлого года количество поступающих абитуриентов с каждым годом увеличивается, и связывает это Евелина Гаглоева в первую очередь с поднятием престижа государственного университета и созданием условий для полноценной учебы и досуга студентов. Яна Плива, Азамат Кудзиев, информационный выпуск сегодня.